Начала запись. Давай. Подожди, тебе считать? Ты сама можешь войти, да? Давай попробуем. Не знаю, сейчас посмотрим. Тебе отсчитывать? Можно попробовать в начале. Давай я читаю от 5 до 1. Я уже в этом пространстве, я тебя вижу. Я да. Да? Ну так тебе тогда не нужен никакой счет, если ты меня уже видишь. Как ты меня видишь? Я сейчас вижу, в принципе, как мы с тобой разговаривали, вижу, как ты сидишь в синей футболочке с красным. И вот мне не нравится какое-то запись, как черное, что-то серое. И я видела это, когда мы с тобой разговаривали. Каждый раз, когда мы упоминали одно имя. А знаешь, я вот сейчас, ты мне как только сказала, у меня почему-то спина заболела. С левой стороны. Да, с левой стороны. И это у меня из-за сна. Вот я что-то сейчас перенеслась в сон. Ты видишь? Я лечу на каком-то, на какой-то такой, это летающая тарелка, истребитель какой-то. И я там одна лечу. Истребитель, я вижу. Да, такого черного, какого-то металлического цвета, с острым, ну, таким углом, как вот милитаристский самолет. Но это тарелка. Я в шлеме в таком круглом. Мужчина какой-то такой. Слушай, у меня вот идет, что это меня сделали такую петлю карман, в котором меня использовали во время сна, как вот военного. Какого-то межгалактический какой-то союз использует. У тебя это тоже идет? Как будто перевернулась. Ты как будто бы вверх головой. Почему-то что-то произошло. Вроде бы ты летела нормально, а потом упала головой вниз. Да, потому что там какая-то энергетическая... Посмотри, вот там вот слева есть энергетическая какая-то установка с планеты такой. Она похожа на метеорит. Вот и на меня летит такое, как лазер. Как-то кто-то стрельнул. И я... Это как, знаешь, вот огромная волна энергии, и я в нее влетаю, меня начинает крутить, как в вихре. А я вижу этот вихрь. Я вижу, понимаешь, она же перевернулась, и я наблюдаю как бы снизу. Вот там. Mm-hmm. И получается какой-то металлический предмет, который вот крутится, знаешь, вот такое основание, как вроде бы как идет как гвоздь, как что-то такое, и там вокруг металлическая штука, и она крутится, и вокруг нее как какой-то идет как нити какие-то. Вокруг. Да. И, короче, у меня даже вот сейчас болит слева. Это тяжело дышать. Но это не сущность, это не... Это вот что-то в меня вонзилось, вот такое, знаешь, мне что-то пришло слово, вот недаром. Мы хотели про вирусы делать. Как какой-то вселенский вирус, вот какая-то такая кусочек какой-то слизи, что ли, черный, знаешь, как вот шарик. Вот туда мне вонзился в спину сзади слева. Я его прямо сейчас вижу. Я его сейчас пальцами вынимаю. Они стреляют какой-то черной слизью. И в этой слизи содержится вирус. Вирус этой вселенной. То у меня такое. Я прямо это вижу, как они это делают. Единственное, что я хочу узнать, вот я его сейчас вынула, мне перестало болеть, выбросила в портал. Я не понимаю, что я там делала вообще. То есть я вижу себя на кровати сейчас, как я вчера засыпаю. У меня тело вибрирует, я это чувствовала вчера ночью. У меня вот, как знаешь, как моя эссенция вибрирует, из тела выходит. Я вот так вот вылетаю прям пулей, и я уже лечу на этом истребителе. Такое ощущение, что какая-то, что ли, это или программа сработала. Ну вот и у меня такая вот как капля, как, знаешь, энергетическая,
как меня вот туда вот затягивает, как карман такой временной. У меня такое ощущение, что я там всю ночь с кем-то сражалась. И вот поэтому. То, что я видела, большое высокое здание стеклянное, и потом как будто бы переворачиваешься лицом к полу, поднимаешься наверх и куда-то улетаешь. Это то, что вижу я. У меня почему-то начинает болеть голова. Сейчас иду к причине этой головной боли. Блин. Шлем. Датчиками. Куда-то идут они. Они, ну, это подключи. Эти датчики, они контролируют мой летающий аппарат. Я просто вижу, как я вот куда хочу лететь, он меня слушается, понимаешь? Так работает. То есть нет никакого такого. На пульте управления это только связь. Впереди, как вот этот пошел, как дымок черный. Да. Я вот чувствую, что это связано с как бы с запуск мне хочется сказать, с уничтожением старой реальности и вхождением планеты в новую. Вот эти вот мои действия, вот то, что я делаю по ночам, я же это знаю, это чувствую. Вот эти вот постоянные петли временные, в которые меня засасывает из тела, когда тело засыпает, высасывает меня. Вот это с этим связано. Какое-то кольцо вижу на пальце. Не совсем кольцо, какой-то драгоценный камень на мизинце, как будто бы какая-то рука держит и шатает на пальце. Вот Сириус Б опять. Вот это от Сириуса Б. Это параллельная какая-то карманная вселенная, в которую. Слушай, они создали вот эту вторую вселенную. Они клонировали. Знаешь, такое ощущение, что они клонировали. Нет, скопировали. Репликация получилась нашей вселенной. В другую они сделали более маленькую. По такой же схеме. По Вот так такому что-то бывает. вот. Я просто, Что знаешь, что вижу? Я на Сириусе Б. Вот эта рука, то, что ты мне говоришь, это рука какого-то очень похож на священника с голубой кожей. В какой-то робе такой. И вот я там человек-амфибия. Вот я. И я там работаю в лаборатории одновременно тоже что-то так, какие-то вот действия такие выполняю по программе какое-то спасение Вселенной мне идет. Вот. И вот я как бы верю в эту программу и выполняю вот эти вот действия все. И потом я вижу, как они делают репликацию нашей Вселенной. От нее соединяется как дочерняя клетка, более маленькая Вселенная, копия ее. И в эту копию всасывают вот эту планету Сириус Б, на котором я нахожусь в этой жизни. А все же жизни параллельно бегут. И поэтому это оказывает на меня влияние. Потому что я вчера днем ходила, вот по квартире шла, и у меня почему-то в голову вошло Сириус Б. И мне прям плакать захотелось. У меня такое ощущение, что эта планета пропала, ну, эта звезда, с нашей Вселенной ее засосала в другую. И я это сейчас так вижу. Вот большая материнская клетка — это наша Вселенная, а здесь сделали маленькую реплику нашей Вселенной, в которую засасывают почему-то планеты. Знаешь, что они делают? Они засасывают вот эти звезды, планеты, которые им нужны. Потому что они знают, что в нашей Вселенной уже происходит трансформация, обновление. Оно сейчас происходит медленно. Обновление энергии, обновление программ. У нас запускается новая программа, вот что. И она идет вот сейчас 0,3%. Знаешь, как бежит, вот как загружается видео. Вот так вот я вижу такую полосочку, оно загружается. Вот когда дойдет до 100, у нас будет другая реальность.
И вот до того, чтобы эта реальность, вот до этого момента, у них есть какой-то карман времени, в котором они хотят действовать и забрать звезды, планеты, которые они хотят использовать позже для своих там ферм каких-то или своих целей, понимаешь? И у меня такое ощущение, что в какую-то перепалку попала с этими, со своими жизнями, вот этих вот, именно вот там, где я вот этот вот какой-то, ну, не знаю, борец, воин там какой-то, в каких-то вот этих вот межгалактических участвую. Но на самом деле, понимаешь, это тоже игра. То есть это как бы им нужны души, им нужны вот эти наши энергии, чтобы перезапустить программу Вселенной. А как тебе идет, что ты видишь? У меня, я видела почему-то сейчас как палату больницы, белую такую, светлую. Не совсем уверена, что это Земля. И я не вижу человека, но я вижу аппарат работающий. Это аппарат контролирует сердце. И вот я вижу как линию. Кстати, я только что вошла как в этот аппарат и куда-то лечу в звездное небо. Ого. Скоростью такой огромной. А вообще видела постоянно мужчину пожилого, такой с белой бородой, причем без глаза одного, по-моему, как черный глаз закрыт рядом. Крутит это кольцо какое-то, что-то он делает и сидит как бы рядом. Поняла, что это. Хорошо, а я на этой, а это я, это мое тело, в смысле, а как ты меня видишь в этой ситуации? Ты где-то рядом, но вот я тебя не вижу до конца. Я вижу, что вот мужчина сидел рядом с тобой. Я видела, что он как руку твою взял и что-то делал. Пальцем. Вот, но я не вижу тебя до конца. А в больнице я не поняла, меня как-то перенесло туда потом, когда ты говорила. Видела этот аппарат и смотрю. Ты сказала, о цифре 100 пошел отчет, а у меня 103 вырисовалось. Проблема. Подошла к аппарату поближе, и меня затянуло куда-то в курс. Я полетела. Я просто сейчас вижу вот эту картину, ситуацию. Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Я его спрашиваю, что такое вообще, где это происходит, где, каким образом вы ко мне манипуляции какие-то делают. Он из моей жизни. Опять это с Сириусом связано. Вот этот вот. Он у меня, знаешь, он у меня то командир, то вот этот старик. То командир, он как меняет форму свою. Вот я когда до него дотронулась, чтобы считать ДНК, он как морское чудовище какое-то становится. На Посейдона какого-то похож, непонятно вообще, что это такое. Вот он меня как будто захватил в одном из моих, вот когда я именно ученый была. Я шла в лабораторию, у нас лаборатория под водой в пещере, и он меня перехватил и как-то начал использовать в своих дуальных играх, он говорит. Но я сейчас вырываю вот этот вот, как зонд получается, прикреплен через аппарат к спине. Это буквально вот прошлую ночь произошло. Вот. Я говорю, давай разрывать контракты, приноси мне. Он мне принес какую-то странную штуку. Вот кристалл такой огромный. И в нем как будто бы база данных, вот контрактов, он какой-то... Вот это 103, это номер контракта моего с ним. Кристалл похож на какую-то рождественскую елку, вот так вот идет. Вот он странно пикообразный какой-то. Опс. И... Он говорит, стирай, если хочешь, я тебя не держу. Но у меня есть дубликат в твоей жизни меня,
человек, который держит такую же энергетику, как я. И ты чувствуешь себя зависимой от этого человека. Я вижу, кто этот человек, я просто не буду говорить имя. А я... А? Тоже увидела. Да. Я увидела одного человека, от которого я зависима, и другого человека, который пришел меня от этой зависимости отбить, помочь. Вот. Я тогда... Я говорю, дай мне этот весь кристалл, я тебе не доверяю. Я его как-то взглядом, он у меня на глазах в воду превращается. И я открываю портал в полу, он стекает вниз, протекает вниз, как кристалл превращается в жидкость. И уходит, сквозь мои пальцы прям стекает. И он как будто бы сам взрывается, этот, как испаряется, что ли, взрывается. И вот эта вот вся палата, у меня только остается небольшая, голова немножко болит, как эта энергетика у него такая, знаешь, какая-то конфузия, запутанность. Вот у меня такое чувство. Прям аж голова кружится. Что это было? Вот мой вопрос, а почему я себя так часто вижу этими солдатами разными? Вот что. И вот начиная с детства, когда меня похищали из кровати в физическом теле, иногда без физического тела, откуда это? А тут, значит, идут эти гиганты с серой кожей и захватчики Сириуса, филиноиды. Воинственная душа, вот они мне говорят. Вот они так с такой характеристикой используют. А почему я тебя притянула? У тебя тоже воинственная душа. Я прямо, знаешь, у нас вижу какие-то голубые вкрапления в энергии. Вот это отвечает вроде как, это как ДНК, знаешь. Душа, сама структура, она отвечает за решительность. И им эта решительность нужна вот в этих их играх, боях, можно сказать. Поэтому они такие, как мы, используют. И мы чувствуем друг друга в этой жизни, в этой физической жизни, и мы как бы как магниты притягиваемся. А что ты видишь? Вообще видела как бы сначала, причем очень четко, как будто бы как птица, с одной стороны, над водой. Какое-то желтое внизу, какое-то птицу я вижу над океаном, типа птица, но это не океан, так это планета с двумя солнцами. Два солнца, вот так они как восьмерки скреплены почему-то. Ты видишь, что нет? Да, я увидела, да. И вот она какая-то... Это не птица, нет. Это существо разумное. Глаза у нее странные. Слипшиеся. А дальше я видела, как бы птица отошла, потом как будто металлический... даже что это не инструменты. Это как машина, ну, странная машина. Как пробивает что-то. Слушай, знаешь, что у меня вообще? У меня эта птица идет, как она механизированная. И когда я подумала, что она механизирована, у меня в правом наушнике такой звук, как механизм. Как, знаешь, машина, когда едет, вот такой вот, как мотор. Стучи, да, и вот. Может быть, я вижу вот это как ее строение внутри. У меня такое ощущение, что я сижу внутри и управляю этой птицей. У меня такое впечатление почему-то. У нее очень гигантские большие крылья. Это какая-то интересная планета, водная, с островами. На островах как джунгли такие. В джунглях большие цветы.
Я сейчас лечу с огромной скоростью на ней. Вот я как будто бы путешествую, исследую миры опять. Планета красных птиц. Подожди, я эту планету уже видела. Я в 16-м году ее видела в своем сеансе. На английском языке, вот в том. Они очень умные, эти птицы. Я их сама туда заселила, но они почему-то роботизированные стали. Они раньше живые были. Там под землей какие-то капельки такие, как мазута. Ощущение, что кто-то гигантской пипеткой капнул мазут, и он растекся по всей планете, заразил ее, заразил растения через корни. Птицы стали кушать и стали становиться роботизированными. Такое ощущение, что какие-то нанотехнологии пришли к ним в тело и роботизировали их изнутри. Я спрашиваю, зачем мне это показываешь? Свою душу спрашиваю. А мне подсознание говорит, потому что с людьми такое же происходит. Просто это занимает время. Вы едите еду, в которой есть нанотехнологии, есть такая же пыль и мазут, как вот этот на этой планете. Все происходит параллельно. Просто это растягивает процесс. И притупляет осознанность людей. За счет еды и за счет пищи. Ты это видишь сейчас, не? Я вижу, да. И, ну, я видела какой-то объект, который отлетал вот, вверх, летел. Там объект, и там посередине планеты есть цветок-портал. Он как-то идет в центр планеты, там, где ядро, проходит через него и выходит. Вот его портал дыру делал. У меня сейчас сердце начало болеть. А сердце начало болеть, потому что я люблю эту планету и вижу, как ее уничтожают. Я огонь вижу. Это не чистый огонь. Это как, знаешь, как... Даже не искры. Это даже не знаю, что это. Это мне трудно описать. А, отщепляются, как кусочки, да? Да, да, да. Ну, ты же это вижу. А что за что он символизирует? Почему ты увидел огонь? Это разрушение планеты. Угу. Поэтому я и чувствую вот эти вот все. Мне приходят какие-то картинки неприятные. Иногда бывает. Вчера вот плакать хотелось из-за Сириус Б, когда пришел в голову. Я чувствую. Такое ощущение, что они, знаешь, что вот я... Это как вот... Вот аналогия пришла. Вот у тебя дом. И ты знаешь, что этот дом скоро будут разрушать. Он под снос. И вот ты из него начинаешь переносить в другой дом. Ты покупаешь другой дом новый. И из него начинаешь выносить все содержимое. Там мебель, вот это все. То же самое я вижу, как будто они знают, что наша Вселенная... Она как бы скоро будет нежизнедеятельна. Ну, там надо ее будет перестроить, переделать, перезапустить программу и перезародить. И поэтому вот эти вот, которые властелины этой вселенной, которые захватчики захватили ее, которые запустили все эти вирусные программы по разрушению в каждую планету, в каждую звезду, они сейчас постепенно уносят вот эти вот как бы звезды, планеты и все, что находится во Вселенной, потому что они хотят по ДНК, по этой информации генетической, воссоздать такую же Вселенную, только в более маленьком варианте, чтобы продолжать использовать ее и властвовать в ней. Я просто... Тут у меня такое чувство. Но при этом, знаешь, вот как... Они как дети хотят все уничтожить за собой оставшиеся. И вот сейчас такое впечатление, что идет с одной стороны процесс просыпания людей, потому что им уж надоело быть в этой прогнившей реальности, так можно сказать, больной реальности. А вот.
А с другой стороны, вот они просыпаются, эти захватчики видят, что происходит, что они теряют силу, и они пытаются как бы остатки сохранить, чтобы воссоздать опять такую же реальность, только уже с другими душами, чтобы их использовать. Такое сильное чувство. А ты что чувствуешь? Почему они разрушают планету? Как раз я почувствовала головную боль очень сильную, какая-то как лавина какая-то затянулась. Я постоянно на каких-то объектах летаю. Я то мотор слышу, то вибрации какие-то, то кристаллы какие-то вижу. Это я кристаллы тоже вижу. Прямо они такими, как кусты кристаллов растут, прям вот вместе, как семья кристаллов. Вот я сейчас на Сириусе А опять. Но я вижу, там есть... Слушай, как хорошо, у меня прямо, знаешь, в груди тепло такое. Это моя родная планета. Вот как ни крути, я там больше всего жизни провела. Мне так прям хорошо стало. Там есть вот эти вот гуманоиды. Я в теле одного. У меня голубая кожа. Они меня обнимают. Добро пожаловать домой. Да. Ну, красиво. Там кристаллы везде растут из-под земли прямо. Не дотрагиваюсь до одного. У каждого как кристалла своя энергетика. Своя. Они как база данных разные. У них вкладывают информацию. Они источники информации. Там можно все узнать про планету. И прошлое, и будущее. Вообще все. Я люблю здесь быть. Это моя планета. А ты что видишь? Я многое тут, много картинок было, но сейчас какое-то состояние полного покоя, и как будто бы вот вода даже, нет, это не вода, это не жидкость, это какое-то другое вещество, и какое-то тягучее, и полного покоя. Я слышу, что ты говоришь, я слушаю, видела вроде бы как такие картинки, но потом полный покой наступил, и внутри очень хорошо. Мне кажется, что я переместилась в... Я поменяла временную линию. Я сейчас во временной линии, когда все это закончилось. И произошло полное восстановление нашей Вселенной. И все как бы восстанавливается. Потому что я стою, я понимаю, что на нашей планете, на нашей звезде Сириуса очень мало людей. Ну вот гуманоидов. Но при этом идет рост и развитие. Все по заново. Знаешь, как вот перезапустили программу, и создание идет. Я могу создавать, и мне от этого хорошо, мне интересно опять. Новый интерес появился. И вот, вот у меня сейчас параллельно в голову прям вошло, что вот этот вот... Это же идет параллельно, ты видишь, во Вселенной, на планетах, звездах, галактиках и у нас... На планете Земля вот этот вирус, он недаром, и карантин. Потому что люди перезапускают, те люди, которые готовы, перезапускают в себе программу сотворения новой жизни, более яркой, красочной, более с большей осознанностью, чем была до этого. А некоторые люди просто отпадают, которые еще не готовы к этому. Какое-то расслоение реальности получается. Я просто вот в этой реальности, там, где создание нового. А вот эту тягучесть, я поняла, что ты увидела. В этой тягучести некоторые застряли души, которые еще они как в лимбо, они как... Они не уверены, куда они хотят. Они и не хотят старой реальности оставаться, и к новой еще не готовы. И это как такая лечебная... тягучая какая-то пространство, такая буферная зона, в которой они отдохнут и подумают, куда идти.
Они могут быть наблюдателями в этом пространстве и решать, что им делать дальше. Вот так меня выбросило. У меня как затянуло. Причем так интересно, левый висок и посередине пупок. Меня как будто бы выбросило из той жидкости, да, которой, над которой я была. И я теперь увидела голубое небо, очень похожее на землю. Вроде бы не земля. И птица летит в небе. Черная птица, может, коричневая, далековато. Или это орел, или ворон. Что-то вот как бы я наблюдаю. Ты знаешь, вот интересный вопрос. У меня подруга, к ней ворона вот уже дня 4 подряд почти садится на голову или пролетает. Вчера мы шли с ней, с детьми, и видели ворона, как она прыгала через дорогу. Причем там было очень много машин, и все машины остановились. Она прыгала через дорогу. Почему она не пролетела? Мы вот этот вопрос задали себе. Почему все время черные птицы? И почему именно ворона? Какой у нее символ у этой вороны? Что она означает вообще? Переход в другой мир. Угу. А вот эти прыжки, то, что она прыгала через дорогу, не пролетела. У меня такое ощущение, что переход в другой мир какими-то рывками, какими-то прыжками. То же самое видео. Да. Интересно. Все, что мы видим в физическом мире, на что обращаем внимание, это просто как знаки нашего подсознания, нашей души, чтобы мы обратили внимание, что-то раскодировали, поняли для себя. Очень часто мы просто игнорируем эти знаки. Как ты меня сейчас видишь? Знаешь, вроде бы как будто ты назад вернулась. Сидишь, вот, вижу большой. Да. У меня все нормально, я тебя тоже хорошо вижу. Ну что, будем уходить? По-новому. Давай. Я выключаю.